Привет всем! Сегодня я решил показать вам все свои проекты, которые я раньше собирал, но не показывал долго очень. Вот у меня есть самый первый. Был квадрокоптер, который надо было паять. Там была... Эти вот, там были вот все эти вот запчасти, которые тут на картинке. И вот как выглядит сам квадрокоптер. Он уже собран. Ничего паять не надо. Ну, сейчас. Вон тут плата. Она уже готова, только там надо было припаять светодиоды и моторы. А потом все это вместе... Собирается, прикручивается, там все, собственно, все такое. А у канала, у этой компании, ну и у их канала, есть видео, как это собирать. Сейчас я покажу сам квадрокоптер. Ну и в этом видео я его потом тоже и запущу. Он очень маленький по сравнению. У меня еще был такой вот квадрокоптер. Конечно, он без винтов. Но по сравнению с этим он маленький. И у меня еще тут какой-то был. Сейчас. Во. Все мои три штуки. Это X902. Не помню компанию. И он такой вот очень интересный, потому что у него винты, как вы заметили, смотрят вниз. Этот вот самый у меня большой. Пока все на место положу. Так что это был один проект, который я очень долго не показывал. У меня еще тут машина есть, которая за линиями ходит. И у меня еще тут неработающая катушка Теслы. Ну, может, потом купим, которая работает. Ну, не, ну, в смысле, которая еще готовая. И у меня еще есть металлоискатель. Сейчас его надо настроить. Да, и тут еще бумажка, чтобы он так... Так громко не кричал. О. О, теперь можно искать металл. И он только может искать алюминий и обычное железо, как это. Так что он работает. Или можно еще его на квадрокоптере испытать. Ну, пока давай вернемся к квадрокоптеру. Ну и посмотрим, как он летает. Спасибо.
Как и говорю, его я сделал сам. Так что запускать я его буду, как всегда. Камеру положу. Должно быть хорошо видно. Да, тут только установить камеру получше. Думаю, не будет. Хорошо видно. Сейчас посмотрю. О. Хотя хорошо видно. Сейчас я запущу. Тут камера. О, все. Когда включаем, он начинает моргать. Сейчас я его на пол поставлю. Ну все, теперь я могу запускать. И он еще, кстати, может очень хорошо переворачиваться. Сейчас его. Чтобы только было бы видно. Переворот. Ну, я думаю, я это все заснял. Это еще раз. Очень надеюсь, что это все видно. Ну, конечно, я тут еще один сделаю подальше от камеры. Думаю, это было видно. Ну и поздувал все с моего стола, как всегда. Еще несколько переворотов просто так. А чтоб переворачиваться, надо нажать на этот джойстик, и можно выбрать переворот. В какую сторону. Вот я сейчас сделаю кувырок вперед. Ну, или попробуем. Ну, получилось. Ну, сейчас поближе к камере встану. Думаю, это было очень близко. Сейчас еще переверну. О.
Ну, еще все просто полетаю. Так, чтобы показать. Ну, так что пока все. И надеюсь, что это все было видно. Так что на этом все. И увидимся в следующем видео. Ой, тут что-то уронил. Так что и увидимся в следующем видео.